взять. Сегодня снова большая распаковка. В этой посылке я знаю, что находится. Здесь у нас должно быть свадебное платье. Я понимаю, что я, конечно, всех на этом заколебал. Уже не так уж и давно я распаковывал свадебное платье, но здесь немного другой фасон. Объясню, почему я это заказываю. Потому что торговлей свадебных платьев занимается моя девушка. И как бы это покупаются все свадебные платья с целью их дальнейшей продажи. И деньги, которые я получаю, точнее, моя девушка, а потом уже я в дальнейшем получаю, от разницы между тем, за сколько мы купили и за сколько мы продали, я могу покупать какие-то интересные штуки и вкладывать их в покупки тех или иных товаров, которые будут, на мой взгляд, интересны на канале. Сейчас я сразу повешу, покажу, как обычно. Так, блин. А то так в собранном виде ничего не понятно, как обычно. Итак, вот оно у нас свадебное платье, на первый взгляд все замечательно, как обычно. Здесь у нас какой-то типа как ремешок нашитый из камушек. Кстати, камушки какие-то тяжелые, походу настоящие камни, не пластик. Здесь наверху тоже камушки, но здесь уже легенькие пластиковые. Какой-то вот узор нашитый на самом платье. Да, ну, конечно, не без этого. Вот так вот китайцы у нас упаковывают, вечно какие-то веревки всовывают. Но так вообще по качеству платье нормально, мне нравится. Хоть я и не девушка, но мне нравится. Вот так вот снизу там еще смотрится. Стоит эта штука еще дешевле, чем предыдущее платье. Всего лишь там 36 баксов с копейками. Ссылки я оставлю. Может быть так, внешне оно сейчас не очень-то и смотрится, потому что, ну, сами понимаете, что приехала из Китая, пожмаканная в вот таком вот маленьком пакете упакованная. То есть ожидать от него супер разглаженности не стоит. В принципе, как обычно, я доволен. Не бойтесь, покупайте вот такие вот необычные вещи. Всем спасибо, ссылка будет ниже. Подписывайтесь на канал. Мужчины, еще раз простите за то, что, ну, вечно я вас мучаю вот такими вот платьишками и так дальше. Ну а девчонки, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк. Пока!